во втором чтении была утверждена программа приватизации муниципального имущества города до 2017 года. Ранее она принималась только на год, теперь на три. Соответственно, план приватизации получился намного шире. В него вошли предложения о приватизации ряда неэффективных акционерных обществ, МУПов и другие объекты недвижимого имущества. Депутаты пообещали проконтролировать ход приватизации таких предприятий. Ряд предприятий мы отложили только потому, что необходимо разобраться в деталях. Что за предприятие, какой был основной капитал, как оно работало, какой был баланс в этом предприятии, была ли прибыль и так далее. И какое имущество находится в этом предприятии сегодня, какие активы. По мнению Анатолия Луцика, проводить приватизацию необходимо в то время, когда это будет максимально выгодно, поскольку 2015 год в экономическом плане не обещает быть стабильным. Сегодня произошли изменения в структуре мэрии. Образован новый департамент оформления дизайна городской среды. Его руководителем стала Ирина Баранская, занимавшая должность главного художника города. На сессии депутат Людмила Шестак сразу же попросила Ирину Баранскую обратить внимание на оформление железнодорожного вокзала. По ее мнению, красная надпись не вписывается в архитектурную композицию этого исторического здания. Людмила Николаевна, мы этот вопрос сейчас возьмем под контроль. Первое – это памятник исторического наследия, наш вокзал. Поэтому в любом случае сейчас мы окажем содействие, как начинающий департамент, и предпримем все меры к РЖД с учетом того, чтобы восстановить буквы Сочи. Сегодня народные избранники также проголосовали за то, чтобы у глав районов появились в штате юристы. Были по решению депутатов внесены изменения в положение об администрациях Центрального и Хосинского районов. После новогодних каникул это первая сессия городского собрания. Сегодня было рассмотрено 11 вопросов основной повестки дня и 3 дополнительных. В следующий раз народные избранники соберутся в феврале. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.